بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين أما بعد فنتابع درسنا من كتاب تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن عبد الله السليمان حفظه الله تعالى Далее мы вместе с вами продолжим свои уроки из книги «Воспитание детей» в свете Корана и Сунны Пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, автором которой является шейх Абдуссалам ибн Абдиллах Сулейман, да хранит его Аллах, субхану ва та'ала. У нас была основная тема «Тарбиату мин сини сабиати илля рабиати ашар», то есть воспитание с возраста 7 лет до 14 лет, и сами в этом возрасте, так возраст аз-захабия называют его, то, что нам необходимо после тавхида обучать детей в этом возрасте, это ас-сала, это намаз, потом та'лимуху аль-Куран аль-Карим, обучать детей священный Куран, это тоже один из важнейших воспитаний детей. Третье, воспитать детей, чтобы они повиновались Аллаху и его пророку, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. А четвертое, сегодняшняя тема, тарбиятухум аля махаббати аль-улама и ва вулати аль-амр, воспитать детей, чтобы они имели любовь по отношению к ученым и правителям мусульман. То есть детей надо с детства научить любить ученых ислам и также любить правитель мусульман. Шейх говорит: «Мин аль-умур аль-мухиммати аллати янбаги лил-абаи валь-уммахат аль-инаяту биха тарбияту аль-абнаи аля махаббати аль-уламаи ва вулати аль-амр». Один из важнейших или необходимых дел, которые родителям необходимо внимательно относиться к этим, это воспитать детей к любовь по отношению ученых и по отношению правителям мусульман. لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءَ. Если у вас спрашивают, почему любовь по отношению к ученым, то потому что ученые, они являются наследниками пророков. وَالْأَنْبِيَا لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا. А пророки после себе ничего не оставляли из дирхам и динар, то есть денег, золото, серебро после себя не оставляли ученые. «Иннама варрасу л-ильм», а оставляли после себя это знание. «Фаман ахадаху ахада бихаддин вафирин мин мирасихим». Поэтому тот, кто взял или принимает наследство пророков, то значит он взял очень большой доля из их наследия, наследства. Нам. ولأن العلماء إذا شككوا فيهم وبعلمهم وعدم احترامهم وإظهار أخطائهم عند الأبناء يسبب خطرا عظيما على الأمة. Потому что если будут сомнения, если будут у детей сомнения по отношению к ученым, по отношению их знаний будут сомнения, и не уважать ученых, или, скажем, ошибки ученых перед детьми рассказать, это будет один из причин, который ожидает над умму большой опасность. То есть над умма будет большая угроза или опасность, когда наши дети
будут вирусы, таким образом, что никакое уважение по отношению ученых не имеют, значит, сомневаются в них, в их знания, и сразу расскажут их ошибки. لِأَنَّ الْعِلْمَ يُتَلَقَى عَنْ طَرِيقِهِمْ, потому что знания можно получать только через них. وَشَرِيَعَةُ الْإِسْلَامِيَةُ تُتَلَقَى عَنْ طَرِيقِهِمْ. Исламский шариат можно получать только через ученых. Никто не может самостоятельно получать знания, баракаллаху фикум. فَيَكُونُ بِدَارِكَ قَدْ هَدْمُ الشَّرِيَعَةِ الْإِسْلَامِيَةِ. Этим же, значит, будет разрушение исламский шариат. То есть, каким способом? Если мы через ученых не хотим получать шариат, не хотим получать знания, то в этом есть разрушение исламский шариат. Баракаллаху фикум. وَكَذَلِكَ الْإِبْنِ عِنْدَمَا يَكْبُرُ سَوْفَ يَبْحَثُ عَمَّنْ يَتَلَقَّ الْعِلْمَ عَنْهُ. Поэтому дети, когда они вырастут, большие становятся, они будут искать, у кого получать знания. وَلَمْ يَأْخُذَ عَنِ الْعُلَمَا. Если мы их в детстве не учим, у кого брать знания, то они, когда вырастут, не будут получать знания от ученых. لِأَنَّهُ شُكِّكَ فِيهِمْ فِي عِلْمِهِمْ وَفِي عِلْمِهِمْ. Потому что этот мальчик в детстве ему бросали сомнения по отношению к ученым, по отношению к их знаниям. وَرُبَّمَا تَلَقَى مِنْ عُلَمَاءِ الضَّلَالَةِ. И бывает так, что он может получать потом от таких ученых, они ученые, такие ученые, которые приводят к заблуждению, وَأَصْحَابِ الْأَفْكَارِ الْمُنْحَارِفَةِ, или такие, у таких ученых будут брать, они имеют неправильные мысли, убеждения. فكان هذا الابن وسيلة هدم للمجتمع. Вот это ребенок, таким образом, если будет такое воспитание получать, то будет средством разрушения или гибель общества ислама. Амма гулятул амри, это была речь о ученых. Если бы спрашивать, почему любовь к правителям мусульман, шейх говорит, амма وَلَاتُ الْأَمْرِ فَهُمْ الَّذِينَ يَسُوسُونَ الْأُمُورِ. Потому что они являются, которые все дела мусульман управляют. وَيُقِيمُونَ الشَّرِعَ. Они устанавливают шариат. وَيُحَافِدُونَ عَلَى الْأَمْنِ. Они будут соблюдать безопасность. وَتَجْتَمِعُ عَلَيْهِمْ الْكَلِمَةُ. Благодаря вот эти правители все слова объединяются. То есть раздор, раскол не будет среди أمه. ولذلك قال الله تعالى فيتمو الله سبحانه وتعالى говорит следующий в سورة النساء 59 آيات. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتي كتوري ويرولي فوينوتس الله فوينوتس посланнику и обладающим влиянием среди вас, влиянием иметь среди вас, то есть те, которые они являются правителем. Нам. Правитель мусульман, это понятно почему, потому что минкум говорит. فَأُولِ الْأَمْرِ هُمُ الْعُلَمَاءُ وَالْأُمَرَى. Правителем заходит по толкованию, так как дали такое толкование в этом аяте, по слову «Ули ламр» заходит, значит, это ученые в первую очередь, потом правители мусульман. ويا للأسف الشديد أن تقع في مجالس بعض المسلمين الغيبة والنميمة للعلماء والأمراء. Но, к сожалению, в последнее время в некоторых собраниях, где мусульмане собираются, там только речь идет гайбат, сплетни по отношению к ученым, по отношению к правителям мусульман. وإظهار الأخطاء وإبرازها. И в таких мажлисах мусульмане собираются, что делают? Там только, значит, проявляют или открывают, раскроют ошибки ученых, ошибки, значит, правителей. وَلَوْ نَظَرَ أَحَدُهُمْ إِلَىٰ عُيُوبِ نَفْسِهِ وَأَخْطَائِهَا لَفَاقَتِ الْكَثِيرُ مِمَّا يَقُولُهُ عَنْهُمْ. Если на самом деле вот эти гайбатчики, вот эти, которые сплетни за спиной ученых,
и правитель разговаривает, если бы они посмотрели бы на ошибки свои, на свои ошибки посмотрели бы, то они увидели бы на самом деле, превышая бы их ошибок, чем те ошибки, которые они про ученых или там правитель говорят. «Вакафа бильмар и итман, айю хадиса бикулли ма самя». В этом есть хадис, сахих аль-Бухари, упомянуто, что достаточно человеку столько же грех, что когда он говорит все, что слышит. То есть все, что слышит, не обдумывая, придет и рассказывает другим, не думает, что это может быть ложь, может быть это неправда, может быть это клевета, может быть это сплетни. Вообще не думает об этом, сразу говорит, тот правитель так сделал, президент так сделал, вот ученые так сделал, не обдумывая говорят. Сейчас вот эта бала, вот такая беда есть среди мусульман. Баракаллаху фикум. أن الأبناء يجلسون في مثل هذه المجالس سجلينو наши дети иногда бывают такие случаи, что сидят в таком собрании, где взрослые люди гайба делают, ويتلقون هذا الكلام بالقبول быстро принимают эти слова, ويقبلون على كره العلماء والأمراء эти тоже завтра вирусут, большим становятся, но с ненавистью по отношению к ученым, по отношению к правителям. Мимо юсабибу альфитана, ваттабиида, ваттабиа, ваттафсиха бигайри альм. И причина искушения будут эти дети. И начинают обвинять кого-то в бидате, другого там в разврате, бигайри альм, без всякого знания. Варуббама кана хада лькаламу лади янкулу анхум аксаруху кадиб. Может быть, все эти слова, которые эти дети, эти взрослые принимают, или, скажем, принимают, может быть, большинство этих слов кидыб, или там обман, бухтан, клевета, биля худжетин валя далил, без никакого, то есть никакого довода, никакого доказательства не имеет. Юравиджуху адау лислам, может быть, среди мусульман, невежественный мусульман, враги ислама распространяются. Специально так о наших ученых говорят, о наших правителях мусульман разговаривают, чтобы у нас было ненависть по отношению к ученым, по отношению к правителям мусульман. Ва адау хадхи л-акида сафиати лати камат алейхи хадхи л-биляду л-исламия, особенно те враги, значит, враги такого чистого акида, акида тусалиф ас-салих, который, например, на основе этого акида говорит, это исламский стран построен. То есть, имеет в виду, Саудия на самом деле, на основе вот этого акида, шейх ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, который он распространяет, это чистую акиду, акида салиф ас-салих, это государство построен. ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة. الشيخ عبد العزيز بن باز بيوشي مفتي سودوفسكي عرابي говорил следующие слова: ليس من منهج السلف, то есть это не относится к методикам праведных предков, что распространяет недостаток правителя. وذكر ذلك على المنابر или там их недостаток прямо из трибуна простым мусульманам говорит, дать сообщение, это не методика или там нам, это не методика праведных праведных предков. لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات, потому что это дело приводит к чему? К перевороту. نعم وعدم السمع والطاعة في المعروف, и ослушение, или там, скажем, не будут потом в дальнейшем народ слушаться, повиноваться не будут, даже если со стороны власти будут какое-то одобрение. «Уюфзи иля л-хуружи лады ядурру вала янфа». Это дело, это агитация, пропаганда, за спиной правитель разговаривает, переводит к чему? К хуружу, к выход против власти, который вред принесет, никакого пользы от этого не будет. ولكن الطريقة المتبعة عند سلف النصيحة فيما بينه وبين السلطان. Но самый наилучший путь, который можно следовать его перед салафами, перед учеными, перед праведными предками, то это значит, надо делать насихат,
между вами и между султаном, между правителем, или там письменная форма, а или тисали бил улема, или там звонит ученым, аллатине тасилуна бихи, которые ученые, которые они связь имеют с властью, например, хатта юваджиха или аль-хайру, чтобы ученые им показали хороший путь, хорошую дорогу, хорошее наставление делали. А что касается какой-то родовой человек, да, монтёр, скажем, какой-то крестьянин прямо там кричит против власти, это некультурно, это противоречит правилам праведных предков. ولقد كان منهج السلف عدم الإنكار العلني ميتوديكا فوت سلف سستيالس استكوا что они никогда открыто не противостояли, открыто значит не отрицали, вот ташхиру би ахтай уволат амри, никогда они не распространяли ошибки своих правителей мусульман амама нас и перед другими людьми, лима юфти далика иля мафасид аль-азима, потому что это дело переводит к чему? К великому разврату. Амаль хуруджу алейхим переводит к хуруджу. Хуруджу это хараджит, и отсюда взято хараджит, который против правителя мусульман выходит. Вакад кила ли Усама бин Зайд, сказали Усаму бин Зайду, аля тадхулу аля Усмана ли тукаллимаху, почему ты не выходишь против Усман, это Усман ради Аллаху анху, чтобы те ему уговорили, чтобы он так не поступил. Значит, какую-то ошибку увидели у правителя, теперь возмущают, агитация, пропаганда делают Усаму, что почему ты не выходишь, ты ему ошибку не объясняешь. Он что говорит? «Факаля, атаравна анни ла укаллимуху илля усмиукум». Вы думаете, что я ничего с ним не разговариваю, ему никакой насихат делаю до тех пор, пока я вам не даю знать? То есть обязательно мне надо перед вами докладывать или там открыто заявить, что я Усману так сказал? Валлахи лахад каламтуху фима вайни ва байнаху, клянусь Аллахом, я поговорил с Усманом, это между мной и между его. Мадуна ан афтатиха амран ла ухиббу ан акуна аввала ман фатахаху. Но мне не хотелось, я не хочу открывать такое дело, то есть дверь такого дела, который я не люблю, потом я был из числа первых, кто откроет. То есть я не хочу первый человек, который дверь фитну, дверь искушения, например, дверь фитну открывать я не хочу быть. Понимаете? Сподвижники вот таким образом, они были осторожны, чтобы первый человеком не был. Потом остальные люди, которые из этого двера выходят, все их грехи будут на вас. Ауду билля. قال القاضي عياض رحمه الله مراد أسامة أنه لا يفتح باب المهاجرة مجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك. Видите, قاضي عياض говорит, что цель Усама такой, что он не хотел открыть дверь مجاهرة, مجاهرة публичное выражение بالنكير, то есть запрета, то есть он что-то запретил, увидел, не хотел это публично говорить это против имама, потому что результат этого он боялся, будут неприятности. Баль это латафу бихи, наоборот, он вежливо относился к этому. Ваенсаху сирран, да, он правителю насиха делал, но скрыто, подпольно. Фадалика адждиру бил кабули, это более подходящий для принятия вашего насихата. То есть, если вы будете подпольно делать насихат, может быть он, значит, принимает. Потому что, баракаллаху фикум, во многих местах видите, где демонстрация, где митинги против нас, никогда хорошего не приводит там. Даже если уволят правителя из власти, то там будут анархия, там воровство и так далее, беспорядок будут, так как сегодня существует в Египте и других странах, где мусульмане живут. وقد بين الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هذا المنهج فقال اسامه دل الشيخ محمد بن صالح العثيمين который его книгу там недавно закончили 48 вопросов и ответов а после по этому поводу по этому методику он сказал следующее فان بعض الناس ديدنه في كل مجلس الكلام في كل مجلس الكلام في ولاه الامر. То есть некоторые люди по привычке говорят, в любом месте, где видят, что там собрание, обязательно там начинают разговаривать про
про правитель. Вальвукуи фи аарадихим, начинает говорить о их честь. В анашри масавихим, начинают распространять среди в публике плохие, их плохие поступок. В ахтаем их ошибок распространяют. Муаридан амма лахум мин махасини, мин махасина аусавар. Отворачивают от их доброта, от их хорошего, как будто никакие там хорошего они не делали. Вала райба анна сулуки хада тарих, вала вукуа фи аарады лвулати ла язиду ламра илля шидда. Нет никакого сомнения о том, что таким методом, по такому пути идти, и то есть всегда говорить против власть, это ничего не добавляет, кроме, говорит, усиления. То есть, чем вы больше будете говорить против власть, они будут еще сильнее, сильнее, еще хуже будут. فَإِنَّهُ لَا يُحِلِّ مُشْكِلَ. Эта методика, говорит, никогда не решает проблему. وَلَا يَرْفَعُ مَظْلَمَةً. Никакого несправедливости не поднимает, не удаляет. وَإِنَّمَا يَزِيدُ الْبَلَاءَ بَلَاءَ. Сверх беды еще добавляет беда двойная. وَيُجِبُ بُغْضَ الْوُلَاتِ وَكَرَهِيَتُمْ. Это переводит, это будет причина ненависть по отношению к правителям, нам وَعَدَمُ تَنْفِيدَ أَوَامِرِهِمْ. И никто потом в дальнейшем не будет выполнять их приказ, الَّتِي يُجِبُ تَعَاتُهُمْ فِيهَا, который يَجِبُ تَعَاتُهُمْ فِيهَا, который, например, необходимо их повиноваться в каком? В этих делах. وَنَحْنُ لَا نَشُكَ أَنَّ وُلَاتَ الْأَمْرِ قَدْ يُسِيُونَ. Нет никакого, мы не сомневаемся о том, что правители иногда что делают, плохое отношение делают, плохо относятся к народам. وَقَدْ يُخْتِعُونَ كَغَيْرِهِمْ مِنْ بَنِي آدَمْ. Так как другие дети Адама, они тоже ошибаются. فَإِنَّ كُلِّ بَنِي آدَمْ خَطَّى. Все дети Адама, они ошибаются. وَخِرُّ الْخَطَّئِنَ تَوَّابُونَ. И лучше ошибающиеся те, которые они раскаются. ولا نشك أيضا أنه لا يجوز لنا أن نسكت على إنسان ارتكب خطأ. И нет сомнения о том, что какой-то человек, если какую-то ошибку допустил, мы молчали. حتى نبذل ما نستطيع. Нам тоже придется пожертвовать, что сможем, свою обязанность насиха делать, то есть искренне проявлять ради Аллаха, ради Его книги, ради Его пророка. И по отношению к мусульман, по отношению к родовым мусульман, мы обязаны, значит, что делать, пожертвовать свою искренность. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ. Если так, فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْنَا إِذَا رَأَيْنَا خَطَأً مِنْ وُلَاتِ الْأَمْرِ. Нам необходимо, когда мы увидим какую-то ошибку со стороны властей, أَنَّ تَسِلَ بِهِمْ. Что делать? С ними там связаться шафавиян, либо устно разговаривать с ним, а у китабиян, или письменно надо с ними насиха делать им. وَنُنَاسِحُهُمْ سَالِكِينَ بِذَلِكَ أَخْرَبُ أَتُرُخْ فِي بَيَانَ الْحَقِّ. Мы им делаем насиха идти самый ближайший путь к этому, فِي بَيَانَ الْحَقِّ, в разъяснении истины. Нам. وَشَرْحُ لِخَطَئِهِمْ. И чтобы комментировать или там объяснять их ошибку, сумма наидухом, ванадаккирухом, мы им делаем вааз, оставление делаем, напоминаем их ошибку, фима яджибу алейхим, то, что им необходимо проявлять по отношению к народу, лиман тахта идихим, ва риаяту масалихахим, кого они руководят. Вадарафи зульми анхам, если они какой-то несправедливо относятся, потихоньку объясняем, что это несправедливо по отношению к таким категориям людям. Вот таким образом. Шейх Салих Фаузан хафидаху Аллаху Тааля говорит следующее: «Валькаламу фи вулати л-умури мин аль-гибати ван-намима». То есть разговаривает по правителю мусульман, это будет гайбат, это намима, это сплетни. «Вахума мин ашадди л-мухаррамати ба'да ш-ширк». Гайбат и сплетни – это самый страшнейший, сильнейший харам после ширк. وَلَا سِيَمَا إِذَا كَانَتْ الْغِيبَةِ لِلْعُلَمَاءِ وَلِغُلَاتِ الْأُمُورِ هَذَا أَشَدْ. Особенно, когда гайбат идет по отношению к ученым и правителям мусульман, это будет еще أَشَدْ, сильнее. لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَفَاسِدِ مِنْ تَفْرِقِ الْكَلِمَةِ. Потому что это переведет к разврату, это переведет к расколу, وَسُوءِ الظَّنِّ, и плохое мнение по отношению к правителям. وَبَعَثِ الْيَأْسِ فِي نُفُوسِ النَّاسِ وَالْقُنُوتِ.
и народ будет, что делать от этих действий, будут отчаиваться, то есть они будут терять надежду от своих правителей. Понимаете? وقد استدل العلماء من السلف والخلف على ذلك بالأحاديث الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك. То есть эти слова, которые мы вместе с вами читали, слова ученые, они от себя не говорят. Они далиль взяли от слова праведных предков, от современных ученых, например, на основе подтвержденных хадис от пророка, алейхиссалату вассалам. Например, где говорится «Ан ибн Аббас», رضي الله عنهما передался слово عبد الله بن عباس, где он говорит: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, пророк صلى الله عليه وعلى آله وسلم сказал следующее: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. Тот, кто увидит у своего амира, у своего, значит, вожда или, скажем, правителя, то, что ему не нравится, فليصبر عليه, пусть терпит. Видите, пусть выходит против него, пусть демонстрация делает. Такого не сказано в этом хадисе, баракаллаху фикум. Фа иннаху ман фарака аль-джамаата шибран, фа мата мата митатан джахилия. Ибо тот, кто от джамаат мусульман, общества мусульман, в размере пятки выходит и умрет вдруг на поле пути, это умрет до исламской эры. Понимаете, то есть как джахиль умрет. عن عياض بن غنم أسيودني там против раз вышли в Египте и называют это, кто умер в этом толпа, в этом демонстрации, кто умер, их называют шахидами. Какой там шахид, أعوذ بالله, вместе с христианами против правителя мусульман вышли. عن عياض بن غنم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, передается слов عياض بن غنم, где он говорит, пророк саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям сказал следующее: «Ман арада ан янсаха лидей султан, фала юбди леху алания». Тот, кто хочет насиха делать, наставление давать руководителю, пусть он открыто не делает это. «Валь яхуд бьядихи», если он сможет, пусть идет туда и держит его руку. «Фа ин сами амину фадаль», если он, то есть правитель, его слова будет слушать, то это хорошо. وَإِلَّا كَانَ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ. А если даже не будут слушаться, зато этот человек выполнял свой обязанность перед Аллахом Субханаху ва Та'аля. Нам. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا. То есть Анас ибн Малик говорит, что наши старшие, то есть наши старшие из сподвижники Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям сказали, то есть нам такой запрет говорили и переводили доказательства и слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, где он говорит: «Ля тасуббу умараакум», не ругайте своих правителей, «Валя тагушухум», значит, мошенничество не делайте, не обманывайте их, «Валя тубгидухум», не проявляйте ненависть по отношению к ним, «Ваттакуллах», бойтесь Аллаха, вашбиру, терпите, фа инна л-амр кариб, ибо, значит, дело очень близко. То есть, если вы будете проявлять терпение, это есть один из видов таква. То есть, все дела будут близко. То есть, исламское государство хотите, это очень, это недолго. Вы хотите по исламу жить, это недолго. Просто вот это близкое расстояние путем ругание или там клевета, обман или там противостоят властью, вы что делаете? Ухудшаете, и это дело отталкивается, далеко-далеко становится. وعن زياد العدوي قال كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر. زياد العدوي говорит, что я вместе с Аби Бакра был прямо внизу трибуна ابن عامر. ابن عامر он был руководитель в те времена. Вахуяхтуб, он хутбу читает. Валихи сиабун рикаб, он тонкие одежды одеты был. То есть правитель тонкие там одежды одеты был. Факала Абу Билал, в этот момент Абу Билал что сказал? Сказал: «Ундуру иля халя, иля л-амири, ялбасу сиабал фуссаки». Посмотрите на этот амир, он одевает развратные одежды.
فقال أبو بكر أبو بكر сказал اسكت молчи سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله молчи я слышал пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал тот кто оскорбляет султан Аллаха то есть правитель мусульман на этой земле Аллах субхана ва тааля этому человеку оскорбляет унижает баракаллаху фикум все эти достоверные хадис является нам Это был то, что, значит, из важнейших уроки, чтобы мы должны своих детей вот так научить. Сегодня большинство молодежь, баракаллаху фикум, их родители слезами там. То Афганистан уезжали, то Ирак, то Чечня и другие места, где там по-своему там слепо джихад делают, баракаллаху фикум. Это все глупость, понимаете? Почему своих родителей не слушают? Почему? Потому что один из причин родители не учили их, не грамотны были. Чтобы вот в дальнейшем, мои братья мусульмане, наши дети тоже были послушными, наши дети тоже в рамках шариат они действовали. Нам придется детство их научить. Вот шейх говорит, что самое хорошее время, когда у них будет 7 лет до 14, а после 14 немного будут трудновато, баракаллаху фикум. У кого есть дети там больше, старше там 14 лет, он чувствует, баракаллаху фикум. Пятый шаг, ихтиар аль-мадраса. Для детей.